три дня, пять дней. Так можно еще и заработать. Кстати, в Кабардинке есть возможность рулить миром. А Малинка у вас как у всех? Давай. Это моя проблема. Да. Так, здравствуйте. Проснулись, спали отлично, я спала наверху, классно так. Максимкочка, ты выспался, зайчик? Угу. Ой, мне так замечательно спалось. Выключили на ночь вентилятор, двери открытые были. Здесь знаете, какое преимущество? Здесь всего 3 сутки, на вот этих 3 сутках расположен вот этот дворик. Из-за того, что дома близко, здесь постоянная тень. Когда ты живешь в собственном доме, у тебя постоянная тень, не всегда это является плюсом. Но для данного места это значительный плюс. Сейчас хочу пойти купить кукурузу и сварить. Здесь прям рядышком продается. Заодно хочу вам показать цены на овощи. На самом деле такие же цены, как в Краснодаре. По поводу цен. Были мы в Геленджике, и сейчас мы приехали в Кабардинку. Когда мы были в Геленджике, еще не был сам, вообще сезон не начался, грубо говоря, потому что была середина июня. А сейчас уже сегодня, я не помню, 2 или 3 июля. Сезон начинает набирать обороты. И скажу вам, что по стоимости продуктов, фруктов, по стоимости всяких вот этих няшек на пляже, цены, конечно, намного, намного дешевле здесь, в Кабардинке. Ой, я смотрю, тут, наверное, еще не продают кукурузу. Рядом овощи с нами продавали. Они, наверное, еще ранним утром не вышли. А, прям рядом с домом было. Извините, а вы не подскажете, где здесь можно овощей купить? А то сейчас утром еще никто что-то не... Нет, рынок полный. Там рынок, да? Вот смотрите, идете прямо вдоль перекрестка. И смотрите налево, и там целый угол. Только да? Смотрите, потому что я вчера брала, и мне 3 гнилых положила. Сами вы. Ага, хорошо, спасибо большое. И мягкие, когда вот огурчиков, побочку смотрите. Ага. Если она мягкая, оставляйте ее. Хорошо, спасибо. Редиску тоже, потому что она тоже бывает мягкая. Хорошо. Спасибо. Да вы что, представляете? Я не знаю, я, наверное, сонная, я только проснулась, умылась и иду на разведку. И разведывать я иду сейчас. Рынок нашла. Сейчас мы с вами пойдем вместе в рынок, на рынок посмотрим, что там продается. Я пришла к перекрестку и поворачиваю сюда. Так, здесь красный человечек, значит, я пойду прямо. Вот вам цены на пиво разливное. Два-три дня. А скажите, на этом рынке овощи, фрукты продают? Да, там. Ага, спасибо. Вот опять. Не поливали ничем. Натуральные. А мне нужна кукуруза. Кукуруза есть, девушка, ага. Вот. О, ага, сколько стоит? 35. Вот, отлично. А мне нужно 6 штучек. А Малинка, у вас какую цену? Надо взвешивать, что рублей на 250, может, меньше. На 250 такая баночка? Да. Я сейчас не буду брать, а потом узнаю. Молочная, все, ага, отлично. Давайте. Я не знаю, надо через 200. Черешня по 160, а персики вот какую цену? 160 такая, ага. По 90 всем. Ага. Персик обалденный. 6. Очень-очень сладкий. Так, еще пройду, может, какие платья продают красивые. А такие платьишки в какую у вас цену? 3500, это Италия. Угу. Вот смотрите, здесь есть сарафашечки. 2600, вот такие шелк. Шелк маленький, шелк большой, хбшечки. На море бегать. Ой, какая красота. И сколько есть стоит? 1400 есть маленький размер. 1400. Да. И вот смотрите, есть малюська-малюська, 44 размер. А мы с вами наверх или будем закрываться? Давайте закроемся. Давайте. Я девушка без комплекса.
белая мерила, вот красиво белая, но у меня это лицо бледное. А это прям очень красиво. И за сколько? За 1000 отдадите? Ну, 1100. За 1000 отдадите. Как хорошо, я пошла на кукурузы, мама сейчас офигеет. В общем, как-то так. Белая померила, белая мне очень нравится. Мне смутило, что вся спина просвечивается. И лицо, знаете, такое прям бледное-бледное становится. А красное одела, прям лицо засветилось. И вот пока я ходила, открылась лавка с овощами. Если бы я вышла чуть позже, я бы не купила себе платье. Так, здравствуйте. Кто здесь живет? Я к вам пришла. Женщина другая какая-то. Ой, платье. Пошла за кукурузой, купила платье. А я и думала. Я как к тебе красиво. Мам, за 1000 рублей взяла. Стоило 1200. Взяла за 1000. А что мне? Я белая. Такое? Ну, теперь скажут в красном. А платье. Я уже говорила на камеру. Говорю, просто мне очень идет этот цвет. Сварили кукурузку. Еще один способ экономии. Сейчас ем кукурузу и говорю, так можно еще и заработать. Говорю, сейчас наварим, пойдем по пляжам продавать. Горячая кукуруза. Все, движемся в сторону пляжа. Я быстро иду, они за мной не успевают. Посмотрите, какой красивый гибискус. Ну как же без гибискуса в кадре? Вот такая вот аллейка из сосен. Красивая, ведет прям к морю. И главное преимущество, идешь в тенечке. Кстати, в Кабардинке есть возможность рулить миром. Максим у руля. Так, все, давай, хорош, давай, Дерьян. Пляж называется Кировец. Пансионат Кировец. Посмотрите, какое чудесное море. Какая галька? Ну, да, здесь пляж в основном был. Хорошо так. Ну, как вы видите, людей здесь, конечно, намного больше. Вот наше место чудесное. Пошла погулять по Кабардинке и прошла это, я так понимаю, что главная аллея. Людей здесь очень много, посмотрите. Очень много людей, такая курортная атмосфера. Много магазинчиков здесь, всяких кафешек, столовых. И эта аллея, ой, тут даже фонтанчики есть. По этой аллее идет спуск к морю. Курорт Кабардинка, улица Революционная, 71, напротив здания администрации. Сейчас я пришла к центральному пляжу, спустилась с этой аллейки, и здесь очень-очень многолюдно, здесь много людей. Мы отдыхали на том пляже, где находится вот это колесо обозрения. Здесь уже все так более оживленно, прям все такое городское. И сейчас я вам покажу куча фонтанов, вообще красотень. Пляже. Сейчас я покажу, сколько на центральном пляже находится людей. Висит желтый флажок, сказали, что на при желтом флажке плавать нельзя. Так. Скажу я вам, не особо многолюдно, также столько же людей, сколько и на том пляже, на котором находимся мы. Тут такой красивый мостик. Ребята, в Кабардинке мне поставили уже памятник. Правда, не знаю, почему мужчина. Он выглядит вот так. И с огурцом. И в труселях. Какие у него труселя модные.
В носках и в шлепках. Море. Я сейчас смотрю через очки, и море смотрится вообще просто шикарно. Вообще, людей не так-то много. Здесь нужно, хочется сюда прийти вечером. Такие скульптурки интересные. Есть где прогуляться. Не знаю, почему-то мне здесь нравится больше, чем в Геленджике. Ух ты! Скульптурка. Должен быть здесь фонтанчик. А это, по-моему, здесь водичку можно пить, потому что я подошла, включила, и водичка идет. Скорее всего, ее можно пить. Ее можно пить, женщина, скажите, пожалуйста. Молчит. Здесь просто бесподобный вид на горы, но почему-то на камеру он не отображается. Но очень красиво. И какой красивый вид на Новороссийск. Мне здесь очень нравится сама природа и то, что это поселок, а не город. Ну, как бы здесь и красиво, и более спокойно. Мне Кабардинка немножко напоминает Партени, хотя в Партените я была довольно-таки давно. Здесь такие классные балдахинчики, место можно себе арендовать, чтобы отдыхать на пляже. Такие классные, но я думаю, стоимость у них такая тоже неплохая. Вот тут как раз открыто. А можно шторочки открывать. Классно придумано. С этой стороны набережная смотрится вообще очень красиво. Сюда бы прийти и снять таймлапс заката. И вот такие вот пляжи. В принципе, я сейчас прогуливаюсь вдоль набережной, и пляжи по численности людей, в принципе, не отличаются. Я слышала о том, что здесь есть также и песчаные пляжи, но песчаных пляжей я не обнаружила. Везде галька. Там старого парка, но туда я не буду заходить. В общем, вход сюда стоит 500 рублей, и здесь всякие, в общем, скульптуры, которые находятся по всему миру, они находятся здесь в одном месте. Также в Кабардинке находится аквапарк небольшой. Здесь всего две горки небольших, но тем не менее здесь достаточно много людей. А по другую сторону находится Динопарк, то есть вы сможете провести время еще и не только на море. Развлекательной программы здесь хватает. Вот так вот загляну прям через дорогу, что там такое есть. Динопарк, и там целая красотень. В общем, в Кабардинке вы явно не заскучаете, если вам надоест море. Вернулась маме с Максом на пляж. Хотим сегодня пойти погулять там, где я только что с вами гуляла, вечером, когда потемнеет и все будет подсвечиваться. Сидим, наслаждаемся моментом. Солнышко, вот сейчас закатное, самое классное. Я взяла с собой купальник, но переодеваться вообще не хочется. Я балдею, наслаждаюсь моментом. На самом деле, я уже говорила об этом. Не люблю я плавать в море, люблю созерцать. Кстати, посмотрите. Яхта с алыми парусами. Я надеюсь, ее видно. Держать научилась, я тебя садила, и ты садилась. И я тебя хотела с ложки покормить, потому что так быстрее, ты чище оставалась. А ты кричала, я сама.
Да ты рано начала разговаривать. И вот сама. Сама ела кашу, голова в каше. Зато вся сама. Вся кухня в каше, зато вся сама. Но я всегда считаю, что я всегда сделаю лучше. И если можно сделать коллаборацию, сделать, то есть распределить труд на нескольких человек, мне всегда кажется, что ну, лучше меня это никто не сделает. И это моя проблема. Да. Приехала к дочери, думала помочь ей непростое время ее жизни. А она мне подарила рай. Купила Краснодарский край. Да. Вывезла на море, планшет купила. Теперь я буду с ней общаться не по разбитому планшету. И море. 3 дня счастья. Теплого моря и красоты Краснодарского края. Вот это мама, вот это моя мама. Сегодня 3-й день находимся на море. И я скажу, что вода сегодня прям очень холодная. Сейчас поговорили с людьми. Вчера, по-моему, 24 градуса была вода, а сейчас все 15 градусов. Вода очень холодная. Сколько мы гуляем по Кабардинке, захожу в разные столовые, как-то они вообще не вызывают никакого аппетита. В Геленджике нашла сразу столовую, в которой было чистенько, аккуратненько и пахло приятно. А то заходишь как-то в столовке и вообще такой запах неприятный, ну вообще как-то не хочется. Сейчас, так как мы уже выселились со всеми своими вещами, надо перед дорогой покушать. Нашла хорошую, ну, вроде хорошую столовую. Сейчас посмотрим, что там есть, что почем. Цены недорогие, как, в принципе, везде в столовых. И, ну, заходишь там чистенько и запах аппетитный. А в другие столовые заходишь, прям вообще есть не хочется. И курочку. Сейчас сниму. Есть. Ну что, вкусненько? Угу. И мне вкусненько. Как по-домашнему. Приятно здесь. А в другие места заходишь, то вообще не очень приятно. Все, покушали, сыты, довольны. А то я за эти 3 дня никак не могла нормально столовую найти. Вот столовая. Где находится? Ну, с автовокзала выходишь и сразу поворачиваешь к морю. Вот, у гостиницы «Лиман». Отличное место. У остальные поблизости, в которые я заходила, ну, просто вообще отвратительные какие-то. Теперь пойдем посидим где-нибудь, подождем, когда приедет наш автобус. Он приедет через час только. И будем ехать домой. Приехали в Краснодар, заказали себе трамвай. Он везет нас домой. Мы настолько крутые, что мы уже не такси заказываем, а личный трамвай.